Усть-Каменогорске зарегистрированы случаи заболевания сальмонеллезом. Как распространяется это инфекционное заболевание и какие меры профилактики эффективны, рассказали специалисты. В теплое время года создаются благоприятные условия для распространения сальмонеллеза. Сальмонеллез – это острое инфекционное заболевание, которое вызывает бактерии рода сальмонелла. Чаще всего люди заражаются, когда едят сырые яйца, недостаточно термически обработанное мясо или покупают некачественные продукты в кафе. Также возбудители инфекции могут находиться в открытых водоемах и почве. Основным путем заражения сальмонеллезом это является несоблюдение правил личной гигиены, также употребление пищевой продукции, которая в основном заражается сальмонеллезом, это мясо, яйца, молочные продукты, которые покупают в основном с улицы. Причиной заболевания детей в основном является то, что несоблюдение личных правил гигиены при кормлении ребенка. Это несоблюдение правил личной гигиены, также обработка пищевых продукций без термической обработки, также правила хранения продукции без несоблюдения правил хранения. Уже несколько случаев заболевания сальмонеллезом зарегистрированы в областном центре. Лечение сальмонеллеза проводится амбулаторно, а в тяжелых случаях с госпитализацией в стационар. По городу Усть-Каменогорск у нас зарегистрировано 16 случаев сальмонеллеза, из них двое детей до 14 лет. Основные клинические признаки сальмонеллеза являются то, что симптомы болезни появляются от 6 до 72 часов после заражения и длятся около от 2 до 7 дней. У пациента внезапно отмечаются жалобы на боли в животе, вздутие живота, также отмечается повышение температуры тела, озноб, слабость. Чтобы снизить риски заражения, по словам специалистов, лучше отказаться от употребления некоторых сырых продуктов, тщательно выбирать места общественного питания, а также соблюдать правила личной гигиены. Ирина Санникова, Ардана Серикызы, Диас Талгатулы, Алтай Акпарат.